большинство народов мира именно на этом музыкальном инструменте может сыграть любой вид музыки. Героиня студии – губная гармошка. Доброе утро, дорогие друзья! Давайте знакомиться с нашим гостем. Сегодня в студии Дмитрий Мерлин. Это преподаватель музыкальной школы «Виртуозы». Дмитрий, доброе утро! Доброе утро, Наталья! У меня в руках стандартная губная гармошка. Скажите, пожалуйста, как из этого инструмента извлекаются звуки? Он имеет две пластины с язычками, настроенными соответственно. Когда исполнитель выдыхает, работает одна пластина. Когда исполнитель вдыхает, работает другая пластина. То есть нужно просто дышать? Да. Покажите, вот как правильно. Вот это мы вдох, выдох, вдох. Сегодня я попробую быть харпером. Именно так называют музыкантов, которые играют на губной гармошке. Обучите меня, пожалуйста, к какому-нибудь самому простому элементу. Как правильно вообще берем инструмент? Значит, левой рукой, вот так вот. Зажимаем, такой, делаем такую захват лодочку. Делаем, да. А правой рукой закрываем отверстие, такую полость, которая образовалась тут, закрываем плотно для того, чтобы при открывании и закрывании изменялся тембр звука. То есть так примерно. Он будет глуше, когда вы закрыли, ярче, когда вы открыли. Вот, что попробуем изобразить? Мы попробуем изобразить, как разгоняется паровоз. Покажите вы, я попробую повторить. Паровоз у нас будет разгоняться с нижних отверстий, а подавать гудки на средних отверстиях, на вдох. Вместе? Получилось? Да, даже аккорд получился. Как будто два паровоза параллельно. Пока я повторяю элементы, попрошу нашего гостя удивить зрителей еще раз. Маленький, компактный, войдет в любой карман. Вот тот инструмент, который поднимет вам настроение в любом месте и какая бы погода вас ни застала. С добрым утром!